Дорогие друзья, гости, приглашенные. Рад приветствовать всех на празднике, посвященном Дню молодежи. Поздравляю вас с вашим праздником. Хочу пожелать успехов в создании будущего и поблагодарить за то, что вы принимаете активное участие в жизни района. Я предлагаю немножко познакомиться с историей нашего праздника и далее немножко познакомиться с культурой нашей Родины с небольшой викторины. Назовите самую полноводную реку Горного Дагестана. Сулак. Совершенно верно. Как называлась Махачкала до 1980 года? Молодой человек в синей рубашке поднял руку раньше. Совершенно верно. Сколько городов в Дагестане? И перечислите их. 10 городов. Теперь, пожалуйста, перечислите. Дербент, Дагагны, Избербаш, Каслись, Махачкала, Буньякс, Хасавюрт, Кизилюрт, Кизляр, Южный Сухкумск. Дорогие друзья, к нам в зал вошел глава Бодрежского района. Гамзатов Руслан Супянович. Выражаю вам большую благодарность за то, что нашли время посетить наше мероприятие. Дорогие друзья, давайте поприветствуем главу бурными аплодисментами. И хотелось бы дать слово для приветствия. Уважаемые друзья, очень давно мы практически не собирались в таком замечательном составе молодежи Вотринского района. Вот, я имею в виду именно на подобного рода мероприятиях, да, на спортивных, на образовательных и так далее мы частенько встречаемся. Но вот так, чтобы отметить День молодежи, ну, много лет как не собирались. И тем приятнее наша встреча, тем мне приятно, что столько молодых, прекрасных людей собрались у нас в этом зале, за которых, кстати, мы все вместе гордимся. И старшее поколение, и я, который моложе вас всех, вот, искренне горжусь тем, что у меня в районе вот такая молодежь. Хотел бы поблагодарить за то, что вот приняли участие в этом мероприятии. Уверен, что мы сделаем все, чтобы вы вот ушли отсюда с приятными эмоциями, воспоминаниями. Целью было собрать вас, те, кто не знаком, познакомиться и приятно провести время. Я очень рассчитываю и на вашу поддержку, и в своей работе, и на ваши советы, на ваши замечания. И особенно отмечу, я люблю, когда конструктивно критикуют. Хвалить главу района, я вас уверяю, людей искать не нужно. Очередь бывает. Но подсказать правильно, поправить, вот, помочь, не каждый решается и не каждый хочет. Да, диванных критиков тоже хватает, ну и они тоже должны быть. Если бы мы все такие хорошие были бы, наверное, нас давно сглазили бы. И поэтому спасибо и всем, кто нам мешает, они делают нас лучше. И особенно спасибо тем, кто нам помогает. Вот, это для нас очень серьезная поддержка, и я рассчитываю и на вашу помощь и поддержку, а когда нужно будет вам, и я буду рядом с вами стоять. Еще раз поздравляю, благодарю вас за то, что таким образом собрались, и будем стремиться вместе к сиянию сверкающих вершин. Объявить благодарность Абдулжалилову Курамагомеду Абдурахмановичу, игроку молодежной сборной Республики Дагестан по волейболу. Благодарность Али Гаджиевой Фатимат Халидовне, специалисту государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан, комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования Бодрежский район. Объявить благодарность Газиеву Газимагомеду Жамалудиновичу. Аплодисментами пригласим наших победителей, участников в зал. Слушаем от вас вопросы, и я с удовольствием буду наблюдать. Подготовить к школу к ребенка. У нас нет никаких дошкольных именно подготовительных ни учреждений, ничего. Мне приходится их, конечно же, с бабушкой по мере возможности отправлять в город.
Нельзя ли бы что-нибудь такое у нас в селе организовать, чтобы мне не пришлось переживать, что они в городе находятся где-то, чтобы я могла до школы подготовить ребенка? Согласен, очень правильный вопрос. Проблема в том, что у нас, оказывается, по программам наших детсадов не предусмотрена этими программами их воспитания вот эта работа. В городах действительно там часто эту функцию выполняют эти частные образовательные центры. Я поэтому обещаю, с управлением образования мы сядем и подумаем, можно ли что-то сделать государственное. Частное, понимаем, мы не можем кого-то принудить, кому-то приказать, давай открой это место и убыток себе работы. Это же будет неправильно и невозможно физически. У нас есть крепость Шамиля. Я хотел бы узнать, будут ли вестись работы по восстановлению ее. Сегодня они разрушаться могут. Как мы видим, да? Но если я туда рубль денег потрачу на эту башню, на меня уголовное дело возбудят. Скажут, это не твои полномочия, это не твой объект. Можно если частный человек возьмется, начнет там что-то делать, не разрушая, не портя его натуральный вид, это можно делать. Но сегодня на эти дела от государства финансирования нету, на самом деле. Мне тоже жалко, мы же видим, на глазах сыпется. Еще один вопрос, так я неоднократно видел, как его красиво танцуете лезвинку, хотел бы поинтересоваться, где вы научились, так как я вас у нас на уроках не видел. Говоря коротко, я у вас учился. Большое спасибо нашей культуре, нашему ансамблю, Дуботлях, и не только всему коллективу. Я горжусь ими. Мне и соседние районы говорят, у вас такой замечательный коллектив. Руслан Супенович, благодарю вас за оказанное внимание. Вы действительно очень молодой, амбициозный и, главное, заинтересованный человек в развитии своего региона. Друзья, давайте бурными аплодисментами будем провожать нашего главу в зал. И далее я хотел предоставить слово председателю Дагестанской региональной общественной организации «Молодежь Ботлерского района» Газиеву Газимагомеду Джамалдинову. Приятно вас всех здесь видеть. Почему приятно? Потому что, как я понимаю, здесь все сливки района собраны. Все самые успешные, самые активные. Всем спасибо. Я желаю вам всем удачи. Раз вы в этом зале собрались, значит, вы на правильном пути. Единственное, что могу вам порекомендовать, два раза больше работайте. Спасибо всем, кто посвятил свое время для того, чтобы побыть здесь. И давайте!